Это кадры из последнего фильма Орловой «Скворец и Лира». Орловой здесь 74 года, а играет она 25-летнюю девушку. Милая, ты прекрасно играешь, ты меня очень порадовала. Говорили, за долгую жизнь Любовь Орлова сделала столько подтяжек, что у нее с трудом закрывались глаза. Но единственная часть тела, не подвластная пластической хирургии – руки. Тут невозможно сделать подтяжку. Руки сразу выдают истинный возраст. Именно поэтому многие звезды шоу-бизнеса в возрасте носят перчатки. Так поступала и Любовь Орлова, ее верная последовательница Людмила Гурченко.